Всем привет! Решил попробовать записать и такую рубрику о играх на macOS. В основном это инди-проект, однако, возможно, некоторые из них помогут вам отвлечься от работы хотя бы на часок. И да, многие из рекомендуемых можно найти под другие платформы, не только под Mac. Ссылки будут в описании. И первое на сегодня — The Universe. Это симулятор бога, в котором успех вашей цивилизации зависит от грамотного управления планетой и собственным гневом. Еще пару минут назад ваши забавные человечки научились добывать огонь, не успеете вы оглянуться, как они начнут строить деревни, затем города, затем впечатляющие приспособления, высасывающие из земли все соки, а далее, вероятно, и космические корабли, которые унесут их с замусоренной планеты. Поощрить или наказать — вот в чем вопрос. Используйте божественную милость или гнев, посылая благоприятную погоду, помогая в исцелении страждущих или обрушивая на голову неверных тяжелые метеориты. Bethesda. Это основанная на физике игра, в которой вы строите средневековые осадные орудия и разрушаете с их помощью огромные крепости и мирные деревушки. Создайте машину, способную сокрушать мельницы, стирать с лица земли батальоны доблестных солдат, а также перевозить ценные ресурсы. Защищайте свои изобретения от пушек, лучников и всего, что найдется в арсенале у противника. Создайте неуклюжую громадину или кое-как летящий агрегат и устройте побоище, разрушая все вокруг. В общем, ваша задача — завоевать королевство, сокрушив их замки наиболее творческим или наиболее эффективным способом. Faced. Игра прежде всего запоминается детально проработанным визуальным решением. Ее мир мрачен и неприветлив. И светлые краски вы можете найти разве что на заднем плане игры. Передний же полностью поглощен господством черного и оттенков серого. Персонажи также проработаны. Это рогатые неприветливые демоны, с радостью пожирающие все, до чего смогут дотянуться. Наш же — это забавный шарик на ножках, бока которого покрыты иглами. Основной же упор сделан на преодолении бесчисленных пространственных головоломок, которые мешают персонажу двигаться вперед. Gomslinger. Игра пока только на мобильное устройство, но мне очень хотелось про нее вам рассказать. Мультяшный мир из мармелада, в котором можно стрелять до упаду, показав, как вы умеете орудовать пушками. Сражайтесь желейными стрелками по всему миру в PvP-турнирах. В игре вы найдете огромное разнообразие миссий на меткую стрельбу, великолепную физику мармеладного тела, большое разнообразие оружия и скинов для него. В общем, эта игра — невероятно веселое развлечение. Советую попробовать. Hollow Knight. Это классический двухмерный платформер-боевик, где вас ждет путешествие по обширному взаимосвязанному миру. Исследуйте извилистые пещеры, древние города и беспощадные пустоши. Сражайтесь с закаленными в боях существами и подружитесь с причудливыми жуками. John Wick Hex. Это динамичная экшн-стратегия, в которой нужно думать и действовать как Джон Уик, профессиональный киллер из кинофраншизы. В разработке игры активно участвовали творческий специалист, работавший над фильмом о Джоне Уике. Игрокам необходимо быстро принимать решения и выбирать каждое действие, учитывая при этом их издержки и последствия. Каждое оружие требует особой тактики и стиля игры. Боеприпасы ограничены и расходуются, как в реальной жизни, поэтому тщательно выбирайте момент для перезарядки и грамотно используйте оружие, найденное во время выполнения задания.